планирую. Счастливого пути. Частичка Бога, что есть во всем. А, так это ты его во все это втянула? Ха, ранена, но не сломлена. Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. О, а теперь, значит, девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Но какой из нее политик? Ну, не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. Видишь ли, я наконец понял, в чем суть выхода смерти. О, вы еще столького не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Ты? Нет, ты не мост. А вот я. Я привязан и к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти. Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Конца игры. Сэм, внимание! По нашим примерным оценкам, чтобы уничтожить портовый узел, хватит и одного выплеска. Если даже одна тварь вступит в контакт с жителем, все пропало. Этого нельзя допустить. Ты должен разобраться с этой тварью. Oh.
Гордись собой, друг мой. Амелия все еще ждет тебя на западе. Иди к лодке, она готова. Доставь припасы в озерный узел. Это только начало. Отчаливаешь на лодке, Сэм? Только знай, что тебе придется выложить весь груз, который ты еще не успел доставить. Было бы жалко бросить что-то ценное, особенно если ты почти доставил посылку. Мой совет – положи эти вещи в свое хранилище в портовом узле. Либо можно повременить с отплытием, пока не разберешься со всеми делами. Сам решай. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Yeah.
Счастливого пути. Будешь? Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. Ты видела этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто... хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем, на борту все, кроме нас. Мы доберемся. Завтра. Я тебе говорила, Сэм. Прошлое не отпускает. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода, Хикса.
Сэм. Сэм. Ты же помнишь? Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Я не хочу домой. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем, я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Как ты можешь спать? На, вот взбодрись. Добро пожаловать в озерный узел. Что? Ничего. Пойдем. Груз из портового узла. Направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами.
Чао, какао. Пожаловать, сэм Портер Бриджес. Перебор. Добро пожаловать. Мы следили за твоей лодкой. Не хочу грубить, но должен спросить. У тебя никакой контрабанды нет? Опасного, запрещенного. Наверняка тебя проверяли, но мне придется взглянуть еще раз.
Все чисто. Не вижу ничего необычного. Груз в порядке. Давно мы не получали такое добро. Извини за беспокойство. Приходится быть осторожным. Говорят, у тебя с собой Пипет. Это правда? Можешь нас подключить. Значит, мы наконец-то в сети. Давно пора. Мы ничего не утаим. Столичный узел получит все. Если обмен данными нас защитит, я только за. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес один. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен. Мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Наконец-то преодолел точку ноль, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. Три города. Озерный, Средний и Южный узлы. Поддерживали наши планы реконструкции. Все три заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось, когда сепаратисты провели серию атак. Первым исчез Средний узел. Они взорвали старые ядерные бомбы. Второй террор уничтожил половину Южного узла с огромным количеством жертв. У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Нам нужно заручиться поддержкой всех людей. Даже тех, кто не хочет иметь дело с USA. Как бы сложно это ни было. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение Среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию. Все так, как сказала Амелия. У нас нет времени и ресурсов, чтобы создать другой узел того же масштаба. Вот почему мы заключаем сделки с выживальщиками. У нас только один выход – усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. А, ты хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она получит... Это ерунда. Это шанс посчитаться с Хиггсом? Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже.
Это мне? Называется кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Зачем ты здесь? Спроси у босса. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Он указывает на то, что ты работаешь на Фрэджейл Экспресс. Тут моя кровь и хиральные кристаллы. Считай опознавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными курьерами. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я, Экспресс, наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере, в портовом узле, у твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю. Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов, это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь взамен? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч.
загляни в терминал доставки Озерного. Сэм, напоминаю. Сейчас твоя задача протянуть хиральную сеть от Озерного узла до Южного. Для этого тебе нужно превратить убежище выживальщиков в пункты. Это будет тяжело. Фрэджайл пыталась с ними договориться, но ты же знаешь, какие они. Кое-кто из них не хочет иметь дел с Юсей. Мы должны доказать им, что с нами будет лучше. Выясни, что им нужно и что мы можем им дать, а затем доставь это. Тогда они, возможно, согласятся присоединиться к нам. Ладно, за работу. Список заказов в терминале. Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Контейнер сложным идентификатором, он же груз-обманка. Может пригодиться, чтобы обдурить любителей тырить чужие доставки. Мулов. Двигайся быстро и тихо, ведь если тебя увидят, если поймают, не верится, что их родители тоже были насильщиками и рисковали жизнями, чтобы сохранить страну. А теперь работу продолжают их сломленные дети, не понимая, что она раньше значила. Для них доставка — это ритуал, неутолимое пристрастие. И они придут к тебе, чтобы получить свою дозу. Так держать. Оружие разрешено. Раньше тут проходило шоссе. Первая разведгруппа оставила асфальтоукладчик, но тебе понадобится не только он.
Удостоверение Fragile Express проверено. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо.
Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я тебя слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Да, я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Что понять. Это насчет Фреджил. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен. Сети. Если все сработает, прибор EvoBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. Пока сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Я не знаю, чем заслужил такую любезность.
Так, это один пункт выживальщиков. Осталось два. Thank you.
Остается легендой. Похоже, все в идеальном состоянии.
Спасибо, Сэм. Следующей доставки. Береги себя. Отлично. Спасибо за ваш вклад. Сканирую. Счастливого пути. Хотя бы узнал свой предел.